Ребята, мы едем. Я оделась простенько. Вот эта рубашечка и футболочка. Вот. Ну, это... Нас просто пригласили на ужин. Никакое не торжественное там. Просто поужинать, так посидеть, отметить дату. Где ты там, Лёшечек? Здесь. И ты здесь? Вот. Встретиться с друзьями. Повод есть встретиться с друзьями. У нас, не знаю, если вы заметили, никто на торжества, на эти, на праздники не приезжает разнаряженный. Все по-простому. Потому что, ну, куда наряжаться? Ну, все свои, все друзья, все приезжают в галошах. Вот честно, верите, все приезжают в галошах. Да, могу вам показать даже. Все по-простому. Говорю, никто не наряжается на праздники. Потому что все свои. А у меня капюшон есть. Девки наши на этом, на хозяйстве. Вот коты покормленные. Спят уже, наверное. Улеглись. Или может где-то. Ой, как хорошо. Слушайте, у меня прям аж душа радуется, что не надо будет выгребать боярышник из-под дерева. Правда. Собирают. И на земле собирают. Я читала, дрозды улетают очень поздно. Могут даже остаться, если есть что кушать, они могут даже остаться в зиму. Ну, наверное, не у нас, а туда, где потеплее. Вот. Ладно, мы погнали на тусу. Едем на тусу. Вечерняя такая, сейчас будет вечерняя петлица. Покажу вам. Наша березовая роща. Я вам вчера под музыку дорогу включила, музыку на дорогу. Понравилось мне под музыку ехать на видео. Ах, какой поворотик, да? Я теперь, ребята, обращаю внимание на все знаки. Вот. Лёшек у меня спрашивает, а какой этот знак, а какой этот знак? Ну, я большинство уже знаю. В принципе, такие, которые несложные. Вот впереди пешеходный переход. Вот он. Это школьники должны знать. Да. А вон там впереди знаки. Еще там он полно знаков всяких. Осторожно, дети. Вижу уже отсюда. Наша вечерняя петлица. Любим мы наш город. Да, Лёшек? Классный он. И вечером, и днем пешеходный переход. Вот. Ну, что тут учить, да? Вот, ну, это уже и так понятно, интуитивно. Осторожно, дети. О, а вот эти вот фонарики мне еще нравятся, которые горят, видите, на столбах. А это что за знак? Вот. Что за знак? Лежачий полицейский, 50 скорость ограничения. Вот. 30 скорость ограничения, лежачий полицейский, 150 метров вперед. Что? Что? 30? Ехать. 30. 30, что? Блин, что он светит? Скорость 30. Вот. Вот это вот. Скорость 30, да? Вот это что за знак? А, не меньше 30. Все, можешь ехать сколько хочешь. А, ограничение снято. Снято.
ночью. Ага, понятно. Блин, жалко, что у нас здесь мало знаков. Центр, центр. Вот. Магнит. Магнит. Весь в этих сверкает в огнях. Да, классно. Там метлица. Вот это знак что? Я не увидела, какой знак. Стоп. Да стоп, и так понятно. Нет, перед ним надо останавливаться. Почему ты его боишься, не понятно? Пятерочка. Вот, тоже вся в огнях. Но магнит сверкает ярче. Да? Да. Вот так вот. Железнодорожный переезд. Вот столбик тоже знак. Скоро будет переезд. Вот это вот две полоски, да? Вот они полоски. Где? На столбе. На столбе. А у нас в Мокром тоже такие полоски. Нет у нас таких полосок. Есть. Я тебе говорю, есть, я покажу тебе. Да? Да, Лёшик? Значит, это я. Темно, и мы едем домой. Посидели, так хорошо пообщались с ребятами. Наелись, наелись арбуза. Ой. Хорошо посидели. Ну, как всегда. Главное, что весело. Вот. Всегда, всегда с друзьями встречаться приятно. Всем привет, ребята! Доброе утро! Наша мама пришла, нам молочка принесла. Мой Лёшечек принес молочко. Доброго всем утра, ребята! Хорошего вам настроения, хорошего денечка. Ага, холодненького. Будьте здоровы и счастливы. У нас холодно. Дубарь. Дубарь. Скажи, что на улице. 2 градуса. Всего-то. Что ты говоришь, Лёшек? Скажи, что на улице. На улице, дубарь. Да, не у нас. У нас хорошо. Сколько у нас там? Сейчас посмотрим. 23. 23? Ну, нормально. На день. 23 градуса. Хорошая, комфортная температура. Кто тут лежит задумчивый такой? Кто? Шо? Кто шо? Кто куда? Да? Да. И ты тоже. Так, что у нас сегодня? Что у нас сегодня в планах? Что у нас? У нас пятница сегодня. И пятница. Ой, надо молочко поставить в холодильник. Молочко. Мне надо пожарить картошку с грибами. Потому что там на веранде там холодно, там стоят грибы, которые мы собрали у нас здесь дома. Вот. Что еще? Надо Лешику что-то испечь. Надо что-то испечь. Пирог, наверное, испеку. Какой-нибудь с яблоками. Да? Сейчас посмотрю. Ладно, у меня там есть. А что у тебя есть? Пряники? Ну, пряники пускай лежат. Ты и так уже сколько ешь пряники. Пирог там быстро, что его, тын-тын, залил, яблочек порезал, да и все готово. Ребята, сейчас тот редкий момент, когда у нас ничего не гудит. Ни котел, ни морозилка, ни холодильник. Они то вот, вроде их и не слышно. Котел слышно, да, а вот холодильник, морозилку вроде и не слышно, но на этом я их слышу и хорошо слышу. Вы, может, и не замечаете, а я слышу, особенно когда монтирую видео. Так, погнали.
будет сегодня яблочный пирог. Причем не обычный, не просто такой вот пирог, а французский. Ну, французское не значит, что хорошо, но ну, он французский и он вкусный. Французский невидимый пирог. Многие уже его делали, и я его уже делала. У меня даже рецепт его есть. Вот. Но он классный. Он классный, мне нравится. И Лёшику тоже нравится, потому что он просто вот... Это как сплошной крем. Знаете, вот. Очень вкусный. Так что, если кто не делал, рекомендую попробовать. Все, погнали. Значит, по поводу ингредиентов. Я взяла приблизительно на глаз. Чуть больше 1,5 порции. Потому что одной порции Лешику будет мало. Вот просто мало. Вот. Да и я Лешику помогу. Потому что здесь очень много яблок. Вот. И, ну, классно. Вы на мои порции не смотрите. Рецептик я оставлю под видео. Погнали. У меня, повторю, чуть больше, чем 1,5 порции. Там совсем на чуть-чуть больше. Вот. Значит, что у нас? Или сначала яблоки нарежем? Давайте сначала нарежем яблоки. Да? Или тесто сделаем, пускай оно постоит. Давайте сделаем тесто. Ладно. Оно же пока постоит, погрузится. Вот уже, да? Компьютер в голове погрузится. О, вот так лучше видно. Ладно, погнали тогда. Яйца. Так, яйца. Яйца. Сахар. Сахара я взяла вообще чуть больше, потому что Антоновка, они все-таки чуть с кислинкой такие, кисловастенькие. Вот. Поэтому взяла чуть больше, чем положено на 1,5 порции. Вот. Не, взбивать не буду. Незачем. Это тесто не пышное. Поэтому и взбивать его не надо. Хоть во многих рецептах там пишут взбить до пышной пены. Такой вот это вот. Я прям не думаю. Я, по-моему, не взбивала его и раньше. Просто хорошо перемешаем. Сюда маслице, сливочное масло. Растопленное. Так вот. Так, лопатка нам еще пригодится. Молочко. Молочко у меня козье. Гляньте, вот это вот молоко, да? Видите, какой стакан? Обычное молоко коровье, даже домашнее, вот выливаешь, стакан не будет таким белым. А это вот спасибо Вале. Такое... Не пахнет, совершенно не пахнет козой. Вообще, во молоко. Они же у нее козочки эти, она нам показывала. Вот мы заезжали, когда были в Кирове, заезжали к Вале. Она нам показывала козочек и 2 козленка у нее. Она их так любит, ребята, как она их любит. Они такие чистенькие, такие ухоженные, такие вот, ну просто вот картинка, они козочки. Правда. А как она вот их любит? Она с такой любовью о них рассказывает. Это просто вот, знаете, человек вот душу в них всю вкладывает. Это ее жизнь, эти козочки. Как ей нравятся они. Ой, ну вообще прелесть. Так, вот, ладно, сюда еще ванилинчик. Ванилинчик, конечно, как же. Ой, я забыла, у меня там стирка постиралась. Ой,
Лешечек! Лешек! Ну ладно, сейчас Лешек придет, скажу ему, пускай повесит. Так, и ванилин, и разрыхлитель. Разрыхлитель, и здесь щепотка соли у меня. Лешек! Лешек! Ты где там ходишь, а я тебя зову, а ты не слышишь. Что? Ты не занят? Нет. Ты повесишь стирку? Повесь. Там курточки твои. Повесь. Да? Повесь, пожалуйста. А то я пошла, оно еще не постиралось, и я уже начала это все, и, а уже слышу, машинка пропилила. Ты видишь внизу вот этой пленочкой? Это не плёнка, это изолента, наверное, просто. Не изоляция, это какая-то, чтобы эта влага не проникала. Ну, это пока, а там... А ее снимать не надо? Не, не надо, да. Ну, может... А на то у нас не было, поэтому все они... Поэтому и пропало, да. Это мы, нам привезли поликарбонат, это мы про поликарбонат. Ну, потом я выйдем, я покажу вам. Здесь у меня не разрыхлитель, а сода и лимонная кислота. Я перестала покупать разрыхлитель. Да, ну и какие деньги платили. Высыпаем муку. Муки мало, видите? Муки мало. Вот так. Тесто у нас должно получиться жидкое. И потом оно будет, вот будут яблочки вот так вот, вот между ними это тесто, и оно будет как крем такое, знаете, вот. Просто безумно вкусный пирог, безумный пирог, просто. Леша, будет безумный пирог. А что вот это важно, вот это надо, что ли? Ну, конечно, оно же стиралось, поэтому и влажное. Режем яблоки. Режем быстренько, режем яблоки. Дощечка. А мне нужна будет еще, наверное, одна мисочка, чтобы туда... Дождя не обещали, Лешек? Не знаю. Надо посматривать. Курточки повесили. Надо каждый день дождь. Там на всю неделю. Так, это курочка. Ну потом. Потом, потом. Так, все, режем яблочки. Сейчас еще вот так вот наклоню. Вот так. Да? Нет. Я подвину сюда. Так, у меня получилось две. Да не надо. Боюсь, что будет маленькая миска. Ну ладно. Соединяем наши яблоки и тесто. Их просто надо соединить и хорошо размешать. Вот.
ребята, все. Вот это вот все. Все до того просто, что просто... Игра слов. Так, все. Вываливаем. Смотрите, у меня форма 26 сантиметров, но это на полторы порции. 26 сантиметров. На одну порцию будет сантиметров, ну, 22, может быть, 24. Вот так, чтобы вы знали. Кстати, Илона недавно тоже пекла яблочный пирог. Даже там два пирога у нее. А вчера выставила салат из желудочков. Я люблю, обожаю просто этот салат. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Ссылочку я не буду оставлять под видео, чтобы не посчитали, что это реклама. Я вот теперь, видите, даже собственную дочь не могу прорекламировать. Боюсь. Вот. Поэтому канал ее называется «Очень вкусный канал». Милости прошу. Зайдите, посмотрите. Да. Салатик мне понравился. Вот этот вот из желудочков. Я люблю такие салатики. Вот, надо будет сделать. Он такой простой, бюджетный, но очень вкусный. Так, все, надо вот это вот разровнять. Классно, так вот. Наверное, много яблок у меня. Ну, да и ладно. Надо, чтобы улеглось вот так вот. Да, ну и все. Все, вот этот вот пирог отправляем в духовку 180 градусов и минут на 40-50. Вот так вот как-то. Как-то так. Надо смотреть по своей духовке. Но это еще не все. Там у нас будет вот это вот еще посыпка. Но посыпку мы сейчас сделаем и посыпем уже потом, когда он чуть-чуть уже, ну, минут за 10 до окончания выпекания. Где-то так вот. Ну, или в процессе выпекания. Все, в духовочку. Ребята, пирог... Ой, а я не поставила таймер. Алиса! Поставь таймер на 30 минут. Поставила таймер на 30 минут. Спасибо. А у меня как раз готово утреннее шоу. Я его специально для вас подбирала. Включаю? Нет. Так, не до шоу нам, да? Наша жизнь сплошное шоу. Сюда положила уже сначала, с самого начала масло. Здесь у меня сливочное масло. Это посыпка будет вот так. Или как говорят, штрейзель. Штрейзель. Мне что-то не нравится это слово. Посыпка, да и все. Да? Маленькая. Я все накидала сюда, и оказалось, что маленькая. Здесь сахар, мука и сливочное масло. Можете добавить ванилинчику, но я не стала добавлять ванилинчику. Оно и так вкусно, с таким сливочным вкусом. Ванилинчик у нас есть в пироге. Вот, поэтому просто так. Мука, масло и сахар. Все, это все надо вот так вот хорошо размять. Сейчас возьму лопаточку свою любимую, маленькую. Вот. И хорошенько-хорошенько там тын-тын-тын. Ну вот, в принципе-то и все. Такая вот посыпочка. Все, я ее отставлю, пускай она стоит. Вот, и ждем, когда испечется пирог. Вот. Ой, ой, ребята, немножко уже даже подрумянился. Так вот пирожок, сейчас покажу. Вот. Но нам же надо... Он простоял у меня 30 минут.
чуть-чуть больше. Алиса сейчас вот пропиликала, протиликала. Вот. Но я думаю, что 30 минут его мало. Вот. Ну, в общей сложности 35 точно минут он у меня стоял. Вот. Ну, надо побольше, потому что у меня же порция полторашная, поэтому у меня будет стоять дольше. А если у вас на одну порцию, значит, будет стоять минут 30-40. Ну, смотрите сами. Так, посыпаем вот этой вот крошечкой. Тын-тын-тын. Тын-тын и ла-ла-ла. Да? Все. Отправляем еще. Ну, так, минуточек на 10, наверное. Сейчас, может, подрумянится эта корочка. Включу сейчас на конвекцию и... Ребята, пирожок такой вот. Красота. Такая вот красота. Ла-ла-ла. Я хочу снять вот эту штучку, чтобы он побыстрее остыл. Все, пускай остывает. Пока оставлю его, а потом пусть подостынет немножко, и я вам покажу, что получилось. Ой, интересно. Ой, ой, классно. Так. Он у меня, знаете, я вот сняла вот эту, ну, чтобы он побыстрее остыл. А он у меня немножко вот так вот расплылся. Стал потоньше и пошире. Ну, ладно. Это не так важно. Это не так. Так. Режем. Он еще тепленький. Ну, просто обед. Лешику-то надо пирог к обеду с молочком. Пристала? Нет, не пристала. Вот. Ай, на, ребята. Смотрите, тесто стало как крем. И яблочки там вот как в креме этом, да? Он такой, до того он нежный, что просто вот не передать вилочку. Где моя вилочка? Будем пробовать. А как же? Хоть сейчас и обед, но я просто не могу не попробовать. Это просто нежность. Ага, они уже тут. Да. Ой, как вкусно. Даже можно вот без вот этой посыпки. Такой вот с этого снизу румяненький. Но корочка эта, она не жесткая. Она прям такая вот тает во рту. Потому что все пропиталось соком яблок. Ой, сейчас я вам их покажу. В общем, ребята, пеките пирог. Очень вкусный. Не пожалеете, кто не пробовал,
Попробуйте обязательно. Это бомба. Сейчас мартышкам дам по кусочку. Вот, сейчас вот так. По такому вот. Что? Что? Пирог. Пирога. Да. Вкусно. Да, языки только мелькают. Вкусно. Ой. На, Лилюша, тебе. Тебе. Тебе вот эту маленькую и тебе маленькую. На. Все. Все, уходите. Уходите. Ага, сейчас ушли, да? Так, пошли, пошли. Марш домой. Марш. Далеко не уходят. Ой, я не могу с них. Ой, наши вы позитивчики. Ладно, все, идите, идите, все. Это... Девчата. Что, Лешек? А, Лешек похвастается своими часами. Купили ему новые часы. Гляньте, какие красивые. Красивые. Ты поставил свой ремешок? Ну да. Лешек. Ай. Ладно, все, знаешь. Там был браслет такой темный, красивый. Мама, железки носи. Ну давай, ладно, давай обедать будем, все, да? Понятно. Ты готов? Все. Готов? Да. А ты что, замерз? Да. Что, в доме у нас замерз? Да не в доме, там, наверное. Не, я котел выключила, конечно. Но не до такой степени у нас холодно, чтобы сидеть в свитере и в безрукавке. А, ну да. 21 градус тут. Ну, у меня тут на кухне духовка включена. А тут тепленько. А? Сейчас включаю. Давай. Включаю. Давай, все, ребята, будем мы кушать. Сейчас поставлю на больше, наверное, да, его? Да, да, пускай прогреется. Пускай прогреется. А то сегодня на улице холодно. Ты не смотрел, сколько там сейчас? Ну, по ощущениям, морозится. Мороз? Да. Ладно, все, будем мы обедать. Все, прощаюсь до завтра с вами. А, не, не до завтра. До понедельника. Пока-пока, до понедельника, ребята. Что 5 часов? 5 градусов. 5 градусов у нас. Да. Ладно, все, пока-пока. Что? А не спилите эту яблоню. Вкусно. Во рту прям залит. Да? Вот, вот обычно как? Я вот испеку и сразу вот сухие корочки, да? Обычно когда испечешь, вот. А тут вот нет такого. Тут все прям тает во рту. Угу. Даже корочка. Скажи. Скажу. Скажишь-ка, да? Дай-ка. Ну да, кто бы сомневался.